основная тренировка комплексная. По данному элементу тренировки легенда следующая. Значит, крушение железнодорожных суставов, цистерны с нефтепродуктами, столкновение с пассажирским поездом. Имеются погибшие и пострадавшие. Данный элемент отрабатывали силы и средства МЧС России, Еврейской автономной области, РЖД, Роспотребнадзора, Управления здравоохранения области, также другие экстренно-оперативные службы. Хотелось бы отметить высокий уровень слаженности в работе, отмеченный сегодня. Все службы сработали очень хорошо, слаженно, показали высокий уровень профессиональной подготовки. Также хотелось бы отметить слаженную работу органов управления, управлений правительства Еврейской автономной области и федеральных органов исполнительной власти субъекта по решению данных вопросов, данных чрезвычайной ситуации. Также вы заметили, как один элемент была развернута световая башня, то есть данные аварийно-восстановительные, аварийно-спасательные работы предусмотрены по нормативам в круглосуточном режиме. Поэтому все нормативы по спасению, по восстановлению выполнены. Также была показана работа тяжелой инженерной техники по обвалованию разлива нефтепродуктов. И также представлена работа Роспотребнадзора по мониторингу загрязнения окружающей среды и выработаны мероприятия по утилизации грунта, вывозу, сбору, вывозу, утилизации грунта. Поэтому все эти моменты предусмотрены и ущерб экологически минимизирован. Сегодня очень слаженно поработали, видели, что много техники достаточно было, но видно было, что люди понимают свой маневр. Все знают, куда двигаться, куда бежать, что выдвигать, последовательность действий и так далее. Видно, что работа постоянно проводится, и учебная работа проводится, и на практике это показывает. Это дает нам надежду в то, что если, не дай бог, что случится, наша служба сработает слаженно. Это очень важно, потому что именно на таких учениях отрабатывается вот это взаимодействие, самое главное. А взаимодействие – это минимизация вот потерь наших, не дай Боже, человеческие жертвы, ну и плюс материальные затраты. Движение по